Сегодня праздничный день. Закончился отопительный сезон Леонарда Йоновича. Поэтому у него есть подарок. Яблоко. К яблоку прилагается эппловский ноутбук. Лук для снятия запаха. Переноска. И самое главное, это торт пражский. Очень вкусный. Если вы это видите, я разрешаю взять один кусочек, не больше. Ну и приятного аппетита. Канал 1L продолжает свое развитие. 2,5 миллиона просмотров, 3000 подписчиков. Не верите? Смотрите статистику.